Доброе утро, друзья! Сейчас я буду рисовать и зову тебя тоже со мной рисовать. Меня зовут Ваня, и ты на канале Рыбакит, на Инстаграм его части. В прямом эфире я рисую в Инстаграм. Приходи и рисуй. Я сейчас хочу нарисовать девочку. У меня есть два мелка, красный и черный. Я хочу нарисовать девочку, потому что многие мои подписчики все-таки девочки, и я хочу для вас нарисовать маленькую девочку. Я думаю, что в школу вы уже не ходите и думаете, чем же заняться. Я думаю, вот нарисую девочку, и вы тоже захотите нарисовать девочку. А потом нарисуйте мальчика, а после мальчика нарисуйте собаку, а после собаки нарисуйте кита и научитесь рисовать. Это голова моей девочки. У нее такой воротничок, и она очень-очень здоровская. У нее есть платье, рисую платье, такое тын-тын-тын-тын-тын, платье. А что еще у девочки есть? У девочки есть голова, голова вот такая, а на голове у нее волосы. И волосы я рисую вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, 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 вот так. Я рисую сейчас гелевыми мелками, но ты можешь рисовать просто ручкой или фломастером или карандашом. Тоже будет здорово. Нарисуем два ушка. И нарисуем... Девочка-школьница. Я рисую школьницу. Так и буду называть. Школьница. Школьница. Она очень довольная. Почему? Потому что у нее глазки есть. Она улыбается. У нее носик есть. Бровки видны немножечко. И она, собственно, очень-очень довольная. И уже почти лето наступило. Ага. Что еще? Ручки, ручки. Вот так возьмем. Одна ручка сюда будет идти. Одна ручка так. И держит, к примеру, портфель. К примеру, портфель. Он тоже так нарисован. А вторая ручка, она так раз и так вам машет. Машет вам, машет моя девочка, машет вам моя школьница. И, конечно же, у нее есть туфельки на ножках, и сами ножки мы нарисовали. Вот такая школьница. Очень просто ее нарисовать с помощью одного лишь одного цвета, черного. И нарисуем ей немножко щечки красным, яркие красные щечки. И, конечно же, бантики. Бантики рисуем. Так, кто-то мне звонит, сейчас я отключу и продолжу. Мне приходится записывать на телефон, из-за этого мне часто звонят. Так, нарисовали, она очень яркая. Здесь нарисуем яркие круги. Она вся в кругах, в кругах, в кругах. Вот так. А здесь нарисуем сердечки, так как мы везде нарисовали сердечки. А сердечки мы будем рисовать то закрашенные, то маленькие и то большие. Получится супер яркая картина. Мне она очень нравится. Вот такая картина. Отличный рисунок для начала лета. А мы рисуем в начале лета. Сейчас июнь только начинается. И мне хочется что-то поразнообразить. Такие девчонки, мальчишки, рисунки из мультиков. И все это будет у меня на Инстаграм. Так что приходите, подписывайтесь. Если ты нарисовала такую классную девочку, назови ее как-нибудь. Например, Вера, Маша или Аня. Как ее зовут. И обязательно покажи ее в сторис. Мне будет интересно посмотреть. А чтобы я увидел твой сторис, напиши собачка рыбакит 3. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Хорошего дня.